Кирилл, гори в аду. Кириллу бан на неделю. Как жаль, что не слышно музыку. Очень жаль. Лёха, спасибо за тыш. Так, где это моё? Блин, а где тут оружие-то искать? В Меченку может быстренько забежать. Там ганы спавнятся. И ссылочка. Понял, поставим. Фалсин, спасибо. Опа. Дверь открыта. Ага, жулик ходит. Байт сработал. Мне винтовочку свою отдашь, нет? Вот чат, объясните, это сделано реализм или by design? Я просто не разбираюсь особо в Таркове. Вот это уже реализм или все еще by design? Не понимаю. Непонятно. Так. О, тут снайпер был. В смысле? В смысле? Он мансануть типа успел? Да ладно. Да вот он! Как будто ровно за головой ему попал, бля. Я не промахиваюсь такое. О, уже новый бот появился, видели? О, еще один появился. А, да?
Как я этому в башку не попал? Такое чувство, как будто тупо не регает по ЧВК. То есть в ботов я фликаю вообще без погрешности, блин. По ЧВК стреляю в голову, тупо нет урона. Как будто по мне мне показалось. О, а это кто? Чат, что делать, если в голове до сих пор играет Бузова? Как теперь об этом забыть, чат? Вот, есть подобный опыт? Какие подводные камни тут могут быть? На мой взгляд. Сейчас, кстати, по выстрелам и попаданиям посмотрим. Потому что вроде как я... Ну хотя я там с СР-ки... Ой, с этой... С РСАСки пострелял на подавление по типу. А так там точность вроде неплохая. Должна быть. Мужчины, после 30 такое бывает. Через час забудешь. Будешь потом мучиться вспоминать, что пел. Чисто в голову всех. Хорошо, чат, давайте забудем, что сегодня было на стриме. Никогда не будем об этом вспоминать, хорошо?